Бывшая секретарь Первомайского суда Омска отрицает причастность к убийству трех мужчин. Сегодня Ольга Смоглюк дала показания на судебном заседании. До начала следствия девушка утверждала, что совершила убийство после изнасилования. Однако сегодня, отвечая на вопросы судьи, рассказала, что написала явку с повинной под давлением полицейских. Она утверждает, что не выпивала с погибшими и ни с кем из них не ссорилась, но ее показания опровергает второй подсудимый Дмитрий Астафьев. Ранее неоднократно судимый молодой человек рассказал, что к нему Смоглюк пришла уже после убийства, и он только посоветовал ей поджечь комнату в общежитии, чтобы скрыть преступление. Пока судебное заседание вновь отложено, ясность в дело должны внести показания свидетелей и результаты экспертиз.